Сел, да, со страхом смерти. На одном колесе вот так боком задился, да, и вот так там что-то, или ветер, или что-то, или от страха что-то не то было, короче говоря. Но нету педали, понимаешь, когда у тебя только на ручке нет элеронов, да, ты не можешь компенсировать боковой ветер, да, что-то там чуть-чуть подуло, да, но я там страху натерпелся конкретно. Сказал, больше не в жизни. В Латвии 3 таких было, 2 разбили, да, вот мой 3-й есть, да. Со смертельными? Не-не-не-не-не-не. Которая наша есть, да? Мы откроем и посмотрим, какое влияет как бы человеку зрение, когда полоса короткая, когда она длинная, когда она под уклоном, когда она в гору. В Елгаве, разгонялись, вот там такая канава, как тут, да, и в эту канаву клыбы, самолета нет. Вы можете убрать ваши самолеты в сторону. Мы работали 5 дней в Риге, а сейчас мы находимся на даче. Мы жарим шашлык, и нам не нравится, как ваши самолеты над нами летают. И вообще, это безопасно или небезопасно? То есть человек такие вещи выражает, которые далекие не только от авиации, а далекие от того, что происходит вокруг него. Он знает свое какое-нибудь рабочее место, и знает свой сад, в котором у него есть какой-то мангал, он там жарит шашлык, и ему теперь никто не должен мешать. То есть ему абсолютно неинтересно, что происходит в мире, что в этот момент, может, кто-то возрождает свою мечту стать летчиком, может, он будет каким-то командиром корабля в будущем. Да, может, кто-то считает, что здесь летают люди богатые, и с них там нужно, как говорится, счесать там кучу денег за какие-то там полеты и так дальше. Ну, я могу объяснить так, что здесь не богатые летают, здесь летают те, которые любят небо. Даже взять тех, которые преподаватели в школе, он работает за 350, за 400 евро, и здесь летает. Это пилоты разных профессий, хирурги, терапевты и, как говорится, медицинские работники, и продюсеры с музыкальных театров. Это те люди, которые на самом деле, испытав когда-то чувство полета птицы, поднимаются в небо с большим желанием и которые хотят, как говорится, посвятить часть своей жизни проведению там в воздухе. Как она там начиналась? Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею,
захотелось мне сказать. Со времен того, когда начала голова работать, у человека мозги появились, то вот он стремился подняться в небо. Хоть это было крайне опасно, ни парашютов, ничего не было. Такие самолеты были, которые там на веревочках связаны были, и они все равно летали. В России летчик-испытатель, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, во время испытаний выдавил себе глаз. И он еще после этого, по-моему, 9 лет летал с одним глазом. Летчик-испытатель. Понимаешь? У него от перегрузок во время испытания самолета он выдавил себе глаз. Вот. Я могу сказать летчика, который меня тренировал, вот Витаут Слопенос. Он сначала пострадал от авиационного крушения и в самолете загорелся. И он обгорел, ему ампутировали ногу. И он 15 лет потом преподавал и летал с одной ногой так, с двумя ногами так не летает, как он летал. Люди очень сильные духом. И если у него есть желание, огромное желание подняться в небо, он поднимется. Он поднимется. Кто-то хочет стать моряком, его туда как бы засосала трясина, и он там занимается. Кто-то хочет летать. Это перераспределение какое-то в человечестве происходит, что кто-то хочет заниматься, а кто-то художник. И это тоже игла. Это ты с этого холста не слазишь. Кто-то музыкант, и он старается поднять свой уровень настолько виртуозно, как только можно. Да? Я таких людей знаю. Те, кто хотят летать, кто хотят, они все летают и будут летать. Это внутри себя желание, это твой стержень, для чего ты вообще на белый свет пришел, и что ты хочешь от этой жизни получить. Вот я считаю, что вот тогда все будет окей.